Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах. Законность их установки проверяет Генпрокуратура, а в Госдуме готовят поправки, ужесточающие условия заключения соглашений с коммерческими структурами. Внутри новых негативно. Ну, мне кажется, что это не повышает безопасность, а наоборот хуже делает, потому что люди начинают резко оттормаживаться. Я считаю, что это дополнительный способ заработать денег. Ну, стоят там, где, в принципе, дорога позволяет ехать, а они стоят... Не очень, конечно. Ставят ее вообще не в положенных местах, если честно. Лучше бы обычные камеры наблюдения поставили по дорогам. Многим отрицательно, потому что должны этим заниматься непосредственно ГАИ, а не частные люди, потому что они как бы не соответствуют, не выполняют требования госстандарта, да, которые должны выполняться. Они должны определенное расстояние от дороги стоять, должны знаки быть предупреждающие о видеофиксации, должны на определенной высоте они стоять, а этого никто не соблюдает. Люди считают, что камеры, которые изначально устанавливались для снижения аварийности, превратились в источник доходов бюджетов и бизнесменов. В Минтрансе разработали методику перераспределения мест установки дорожных камер. Однако пока законопроект не утвердили, фиксировать скорость будут в прежнем режиме. В силу пункта 10.1 ПДД водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. Установленный дорожный знак 8.23 «Фотофиксация» информирует участников дорожного движения о возможной фиксации административного правонарушения, работающим в автоматическом режиме специальным устройством. При этом отсутствие указанного информационного знака не означает возможности игнорирования водителем предписанных правил дорожного движения обязанностей и не влечет безусловного признания недопустимых доказательств, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств. В ближайшем будущем предлагается сделать наличие мест концентрации ДТП основным принципом размещения комплексов фото-видеофиксации. Методика проходит согласование с заинтересованными организациями. Четкие правила установки камер хотят закрепить и в федеральном законодательстве. Олеся Котровская, Григорий Глотов, телекомпания «Город».